С замиранием сердца ждали этого дня, быть может, одного из самых ярких и запоминающихся в новом году малышей из Брестского ясли-сада номер 7. А все потому, что к ним в гости пришла самая добрая благотворительная акция «Волшебство на Рождество». А педагоги учреждения образования подготовили для своих особенных зрителей, а также детей из опекунских и многодетных семей, волшебную рождественскую программу, в которую вложили частичку душевного тепла, доброты и любви. Наше учреждение образования отличается тем, что у нас есть 4 специальные группы для детей с особенностями психофизического развития. 3 детей для детей с тяжелыми нарушениями речи и 1 для детей с нарушением функции опорно-двигательного аппарата. Уже 4-й год нашему учреждению, и 4-й год это уже традиционное стало мероприятие, акция, мы ее назвали «Волшебство на Рождество», и это действительно волшебство, потому что каждый год к нам приходят гости, они со светлой душой дарят нашим детям сказку, дарят нашим детям подарки. Разделить с ребятами этот замечательный праздник пришли добрые волшебники из предприятий «Брестоблгаз» и «Бреставтоторгсервис», общественных объединений «Белорусский союз женщин» и «Белая Русь», организации «Красного креста» и «Белорусбанка». Гости щедро одарили самих малышей, а у ясли-сада номер 7 появилась необходимая профессиональная техника для улучшения образовательного процесса. Рециркулятор для очищения воздуха, развивающие, обучающие игры и пособия, еще много необходимых полезных вещей. Очень приятно поздравить, дарить добро людям, детям, дарить добро тем, кто в этом нуждается. Поэтому мы сегодня уже, это не первый год, это уже на моей памяти 4-й раз мы участвуем в этой акции в ясли-сад номер 7. И всегда стараемся дарить то, что необходимо детскому садику, то, что необходимо детям. Сегодня мы пришли не с пустыми руками, мы привезли сюда швейную машинку для того, чтобы решать проблемы, которые могут возникать здесь. У них есть, наверное, специалисты свои, которые будут выполнять те или иные работы, применяя нашу швейную машинку. А так, в целом, мы действительно работаем и с определенной категорией здесь учащихся. Когда до пандемии было, у нас есть свой санаторий «Надея», у нас имеется свой плавательный бассейн, мы группу забирали детей туда, привозили, они вместе с родителями определенное время там находились, просили возможности, помогаем. Со своей доброй миссией пришли на детский праздник представители организации «Красного креста». 6 декабря по 15 января стартовала республиканская благотворительная кампания «Елка желаний». По всей стране зажглись елки желаний. И мы собираем желания деток, а уже с 22 числа мы исполняем их желания и приходим в коллективы, и поздравляем деток, дарим им волшебство. Не остались в долгу и сами юные воспитанники. Они подготовили щедрым гостям свои стихи, танцы и песни. А благодарность от чистого маленького сердечка самая искренняя и ценная. Новый год много счастья принесет. Взрослым всякие радости и детям разных сладостей. Людмила Лагодич, Александр Воронин, Юрий Лимонтович, телекомпания БУК-ТВ.